Орловский трубоизоляционный завод был введен в эксплуатацию 26 декабря 2013 года. Его основная задача – решить проблему износа тепловых сетей Орловской области и других регионов России и СНГ. Поставили цель хоть немножко поднять промышленность, скажем так, этого региона. Этого производства в этом городе нет, в этом регионе нету. Ну а чем хуже город Орел, допустим, других городов? Продукция завода – предизолированные пенополиуретаном трубы для водо- и теплоснабжения. Благодаря использованию пенополиуретана и способа теплоизоляции типа «труба в трубе» снижаются тепловые потери, сроки строительства, а главное – увеличивается долговечность трубопроводов. Высокое качество изделий позволяет заводу давать 30-летнюю гарантию на продукцию. В настоящее время мощности завода позволяют производить более 450 километров в год предизолированных труб диаметром от 57 до 1400 миллиметров, а также более 20 тысяч фасонных изделий. И это далеко не предел.